только сейчас СКА добрался до зоны. Зоны ЦСКА, владея шайбой. Причем видно, кто это сделал. Ох ты, вот она, первая заброшенная шайба. Рекордов Юханссона сегодня мы не увидим, но увидим гол, который может повлиять на ход этой серии. Начало, да, первая же атака СКА закончилась броском Евгения Тимкина. И этот 30-летний нападающий празднует первую заброшенную шайбу. И очень и очень быстро, на самом деле, сдержав ЦСКА в первых двух сменах, СКА первый же свой визит в зону атаки соперника заканчивает результативным броском. Еще один очень и очень опытный хоккеист, в особенности в плей-офф, Евгений Тимкин здесь здорово занял позицию на пятаке перед воротами Ларса Юханссона и сумел одним касанием перевести шайбу в дальний угол ворот.